Рада вас приветствовать на своем канале, и сегодня я хочу немножечко рассказать вам о двух продуктах от Essence, которые мне появились. Это Essence 2 Color Cream Concealer. Консилер представлен в нескольких оттенках, у меня самый светлый, и вот так выглядят оттенки. Первый оттенок более светлый, второй он рыжит, вот так выглядит. Очень хороший продукт, мне очень понравился за свою цену, действительно. Так, вот так он выглядит. Он хорошо ложится, достаточно хорошо маскирует. Я не знаю, как он будет вести себя лето. Летом будет ли он расплываться, то есть, ну, в принципе, летом, как вы знаете, жарко, и обязательно нужно фиксировать макияж пудрой прозрачной или любой рассыпчатой. А так, в принципе, на весну, на осень, на зиму, я думаю, как раз замечательный продукт. Посмотрим, как он будет себя вести летом. Но продукт очень хороший, очень достойный, хорошо ложится. То есть мне очень понравился, как он маскирует. Он, кстати, не обладает сильной одушкой. Вообще практически ее, в принципе, и нет. Очень понравился. Обратите, пожалуйста, внимание. Хороший продукт. И следующая у меня пудра. Вот пудра мне очень-очень тоже понравилась. Это пудра матирующая, прозрачная. Очень-очень понравилась. Она потрясающе фиксирует. Она хорошо убирает излишки, которые у меня есть в этой зоне. То есть жирный блеск очень. Она великолепно ложится. Она невесомая, ее не чувствуешь. И на лице она очень такой классный финиш. Понравилась она мне очень. Вот так она выглядит. Обычная рассыпчатая пудра. Также здесь была защитная пленочка, которую я уже убрала. В принципе, великолепная пудра. Она мне больше понравилась. У меня есть пудра от Oriflame. И та пудра, она ложится, и она как бы, ну, даже если ее набираешь немножечко на кисть, она не так матирует, и она не так ложится, как эта пудра. Эта пудра просто великолепно ложится. Очень понравилась. Хорошо она закрепляет, фиксирует макияж. Так что обратите, пожалуйста, на нее внимание. Вот такой был обзор. Приятного просмотра. Пока и до новых встреч на моем канале.